Всем здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала. Сегодня 31 декабря, местное время в Кургане на данный момент 12:43. Поздравляю вас всех, дорогие подписчики, гости канала. Кто смотрит это видео, кто будет смотреть, и неважно, вы подписчики или просто случайно мое видео попало к вам в ленту, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю вам всем здоровья, благополучия, везения, всех благ. Самое главное, чтобы было у нас здоровье и мирное небо над головой. Это первое и второе важнейшее. А все остальное, это как, знаете, как в магазине. Пошел, купил, как говорится, в другом месте продал, допустим. Покупается и продается. Спасибо вам, что вы у меня есть. У нас уже скоро будет 30 тысяч подписчиков. Это для меня как бы... цель такая хорошая. Я стремлюсь, чтобы вам понравился мой канал. Снимаю каждый практически все свои движения и дорогу. Мы с мужем едем в данный момент в магазин. Сегодня такой момент, да, ты как бы каждый... Уже началась вот этот момент, готовка там, чтобы вкусно все, всякое, все в доме было. В том числе, как бы, мы не исключение из этого момента. У нас дома проблемы с хлебом. Мы поехали за хлебом. Так как, где я живу, на данный момент пока нет магазина. Как откроют магазин, естественно, мы как бы реже будем ездить в другое село. Но так как все равно придется ехать. У нас проблема с водой бывает. Ну, так еще, попроведать, скажем так, тоже. Вот мы едем в село Подеринское, у нас, как всегда, одна дорога. Машина у нас грузовая, поэтому я ее вот снимаю, потом, когда добавляю, начинаю просмотр делать, слышно, что она шумит. Ну, что теперь делать? Все естественно, все правильно, все настоящее. Хочу вам пожелать, чтобы все плохое, все, что как бы прошедшее, все, что хлам не нужно и прочее, чтобы оставалось все в старом годе, скажем так, а Новый год, чтобы начинался все с чистого листа. Главное, беречь здоровье и чтобы мир, по всему миру был мир. Дальше у нас лес, где собирают, как говорится, лесные ягоды и прочее.